Поступление в первый класс является важным шагом на пути каждого человека. Это становится испытанием не только для детей, но и для родителей. Для решения этой проблемы на портале госуслуг создана электронная запись. Она позволяет систематизировать все сведения о будущих первоклассников. Сегодня во Дворце детства была организована открытая площадка. Специалисты ответили на все интересующие родителей вопросы и провели консультации по организации приема детей на 2017-2018 учебный год. В силу прошлогодних, позапрошлогодних событий, которые разворачивались у нас вокруг четырех наших общеобразовательных учреждений, это городской классической гимназии, якутской национальной гимназии, саха гимназии и средней общеобразовательной школы номер 17, вот такой вопрос на сегодняшний день и поступил.